Всем привет, дорогие мои друзья! Привет-привет! Я готовлю себе завтрак. Готовлю себе завтрак. Завтрак у меня, как всегда. У меня начинается пищевое окно. Время 10 час. 3 ложки на овсянке. Три ложки овсянки, одно яйцо. Вот. Одно яйцо. И молока у меня нет. Я добавлю водички. Я добавлю водички. Три ложки. И тоже будет хорошо. Солить я не буду. У меня ветчина. Вот такое месиво. Включаем сковородочку. Вот, у нас сегодня был дождь всю ночь. Но на улице, ну, так себе погода. Кстати, химия у меня вот такая. Вот, химию я делаю просто для пышности. Потом она легко, легко, это завиток уходит под феном. Очень легко и быстро. Никаких, конечно, пудрей я не ношу. Такие дела. Отрежем сырку. Сыр у меня, по-моему, гауда. 3 кусочка хватит. Ветчина «Империя вкуса». Это все начинка у меня для моего овсяного блина. Да. Потому что, чтобы голодно не уходить, вчера я прогуляла спортзал, но я сильно и не собиралась, если честно. Ну, все-таки хотела убежать из дому. Так, надо чем-то помазать. Ладно, я растительным маслом капну чайную ложку. Надо мне купить в Фикспрессе кисточку. Кто спрашивал сковородку? Вот такая обычная сковородка. Это в светофоре. Вот такой овсяный блин. Настроение что-то так себе. Так себе настроение, собственно, никакого. Сегодня я обязательно уйду из дому. Обязательно. Васечка мой лежит, отдыхает на стульчике. Очень недовольный сегодня был, потому что по его команде я не встала. Я не стала сегодня подчиняться. Он свой туалет уж загребал, наверное, полчаса, не поверите, как он меня достал. Прям командир у меня, командир живет. Вот. Ну, что-то блинчик мне не рассыпается. А можно еще делать белковые блины, просто яйцо как следует взбить. Как следует яйцо взбить. И делать, ну, несколько яиц, там, 4 яйца взбить. Конечно, не для пена образования, но как следует перемешать и выпекать, и тоже делать начинку. Хорошая белковая еда. Вот. Вот такие вот дела у нас сегодня с утра с Васей. Что-то вчера посуду никто не помыл. Где у нас домработница, Вась? Где она? Она что, не знает, что нам надо убираться, Васечка? Ты не знаешь, моя милочка? Так, новостей, конечно, у меня никаких нет. Спасибо, девочки, кто вчера был в эфире. Мне вчера эфир очень понравился. Вспомнили все. Очень хороший эфир. Спасибо вам, девочки, что остаетесь со мной, что пишете хорошие, добрые, нормальные комментарии человеческие. Ну, есть, конечно, сверхлюди, которым что-то все что-то непонятно. Как многим кажется, что я что-то там придумаю. У меня все как есть, так есть. Что есть, то есть. Так, блиночек мой сейчас схватится. Я его переверну. Так, и надо мне купить, конечно же. Обязательно надо мне купить. Мазалку эту, как она, кисточку. Сейчас
Сейчас перевернем аккуратненько, если получится. Если только получится. Или пусть еще схватится. Оп! Сегодня у меня маленький блинок будет. Сегодня надо купить молока. Ой, все, вес встал. Я вчера себе позволила многое. Ну, пила очень много воды. С утра тоже я выпила уже два большого бокала. Выпила горячей воды. Это обязательные условия похудения. Вот. У меня есть одна помидорка железобетонная. Я не знаю, где выращивают эти помидоры, как они их выращивают, что это за сорт, что они просто вот как железобетон. Не знаю, что это за сорта такие. Непонятные. Ну ладно. Нам главное, чтобы была клетчатка. Половиночку порежем. Так. Сейчас я положу туда немножко творожного сыра. Показать вам. Вы не видите ничего. Вот так вот будет видно. Вот такой будет блинок у меня. Творожный сыр. Можно их делать и сладкие там, допустим. Ну, какие сладкие? Арахисовую пасту можно там добавить. Что-то еще. Ну, я вот такое, более сытное. Более сытное. Потому что между перерывами и едой должно быть 4 часа. Не меньше. И никаких перекусов. Как только вы съели конфетку, шоколадку, печеньку, ваша аутофагия заканчивается. То есть вы прервете свое, так сказать, пищевое окно. Я буду есть как до... По времени буду стараться. После 16 часов не есть. Ну вот у меня сколько дней прошло, я уже переношу это гораздо легче. Ну, конечно, пью кофе без сахара, чай и воду горячую. Вот. Сегодня при вас, конечно, есть я уже не буду. Сейчас могу показать, как я делаю тортик. Потому что, вот видите, бананы. Вот вам и бананы. Берете один вот такой бананчик. Чистите его. Кладете вот в такую мисочку. Сейчас я выключу сковородку, боюсь. Нет. Так, сейчас минуту покажу я вам свой тортик. Ну вот, вот такой вот у меня завтрак. Потом туда положу. В общем, вот такой тортик готовится очень быстро. К чаю очень вкусно и тут мало калорий. Сколько калорий к КБЖУ я ничего писать не буду. Я не знаю, у меня все на глаз. Я тут не такой великий уж спортсмен. Но интервал держать я буду. А чтобы держать интервал, вы должны поесть как следует. Не обмануть себя там, съесть печеньку или конфетку или яичечко и пошли. Нет, так не получится. Все равно вы через некоторое время захотите есть. Вот, банан надо как следует раздавить. Сколько я там еще не так много наговорила, что... Буду выключать сейчас я раз... Так, банан как следует размяли. Добавили туда яйцо. Добавили туда какао «Золотой ярлык». Помните, как мы его любили с молоком? Очень вкусно. Кстати, какао очень сытный. Я все на глаз. Сколько тут грамм? Я ничего, граммовки, еще раз говорю, я не знаю. Можете не спрашивать. Просто все на глаз. Так. Вот это все перемешали. Обязательно туда разрыхлитель. Чуть-чуть сыпнули. И все это как следует вымешали.
выключу, чтобы время. Все, вот такая получилась масса. Вы берете, ставите это в микроволновую на 4 минуты. Так, на 4 минуты. Тут у меня еще горячее. Потом берете домик в деревне, творог мягкий. Я прям в нем замешиваю, чтобы посуду лишнюю как бы не задействовать. Одну ложечку или полторы ложечки сахарку. Вот такой у меня сахар за. Вот. Можно добавить и корицу туда. Ну, что хотите. Можно добавить сюда орешков. Вот. Можно все что угодно. Так, у меня открытая есть корица. Есть. Добавлю корицу. Я люблю корицу. Нету или есть? Обожаю, как пахнет корица, просто обожаю, особенно с утра. Вот, девочки, пробуйте, делайте, это шикарная находка для нас, вкусный тортик. Ой, вот настроения нету, и все, и даже говорить не хочу. Вы представляете, что происходит? Много насыпало. Так, вот это все надо размешать, чтобы сахар соединить с корицей. Все это вы прекрасно поняли. Торт у нас печется. Вот такая вот вкуснятинка. Ой, как запах, какой запах корицы. Очень вкусно, очень. Это мы будем смазывать свой тортик. Тортик можно разделить на две части и намазать. Можно за два раза его съесть, не обязательно весь лопать. В общем, как хотите, как до сытости, так сказать. Когда вы овсяный блин съедите, то вот этот тортик разрешен, конечно. Ну, это и вкусно, девочки, это вкусно, это вроде как свеженькое. Все, и очень даже приятно кушать это, как говорится. Так, в это время у нас так не будут задерживать. Так, торт у нас смекся. Доставайте аккуратно, все горячее, помните об этом. Ой. Ой, не вытащила весь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как обидно. Как обидно. Да, не допекла. Ну ладно. Ничего страшного. Не допекла, надо смазать. Девочки, обязательно смазывайте, чтобы хорошо вываливалось. Чуть-чуть хотя бы сливочным или растительным маслицем. Ладно, ничего страшного, его все равно надо было резать. Я не переживаю. Девочки, вам видно все там, надеюсь, что я делаю. Жалко. Жалко тюрю. Тюрю-тюрю. Так. Ну и все. Раз нам не пришлось, мне, вернее, не пришлось его резать, значит, я вот так накладываю вот такую вкуснятинку. Вот. Вот такой тортик будет. Ну, пусть у нас будут графские развалины сегодня. У нас сегодня по-другому будет называться тортик. Графские развалины. Ну, все равно это, девочки, очень вкусно. Очень. За счет банана, за счет творожка. Это очень-очень вкусно. Вась, ты не будешь это есть. Вот такие графские развалины. О-о-о! Вася, это сладкое, тебе нельзя сладкое. Да, тебе говорю, тебе нельзя, милок. Вот, видите, как красиво уже получается. А этот будет вот так.
Очень. Очень вкусно. Сейчас, девочки, доделаю, покажу вам все. Да, с корицей еще лучше. Вот такой тортик. Ну, сегодня маленько поломался. Ну, потому что, когда пишешь ролик, знаете, торопишься, кажется, чтобы людей не задерживать. Некоторые, наоборот, видео тянут, лепят горбатого. Я не могу так. Сейчас покажу вам все. Руки у меня чистые. Кто там писать будет, она руками. Хоть ногами. Я это все для себя делаю. Ой, вчера с танцами что только не написали. С ума-то я схожу. Еще там я с чего-то схожу. Ой, господи. Бедные люди. Несчастные. Так, девочки. Ну вот, с утра у меня два хороших блюда, свежих, наисвежайших. Тут у меня ветчина, сыр и творожный сыр. Сейчас покажу в разрезе, если у меня красиво это получится. Ну, это, наверное, навряд ли, хотя видно. Сейчас покажу. Вот так. Видно вам? Вот. А тортик, вот такой получился тортик. Графский, разваленный. В разрезе он будет тоже красивый. Сейчас я его разрежу и вам покажу. Вот такой вот. Вот такой он на вид, но он очень вкусный. Очень. Я пока кушаю овсяно-блин. Он сейчас пропитается. Он будет очень-очень сочный. И вот такое блюдо у меня к чаю. Очень вкусно, очень сытно. И очень, главное, полезно. Понимаете? Желаю вам приятного аппетита, кто кушает. Желаю вам хорошего настроения. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Огромное спасибо. Всех вам благ. Мирного неба над головой. Чтобы вашей семье никогда не было ни потерь, ни утрат. Чтобы всегда были денежки, чтобы всегда было здоровье. Всего вам доброго, друзья. Ну, а я вас люблю. Пока-пока.